Активистов Евромайдана Харьков встретил антимайданом. Люди с национальными флагами и флагами партии регионов стали цепью вдоль Сумской от площади Конституции до площади Свободы. Эпицентром событий был памятник Шевченко. Место, где традиционно изо дня в день собирались харьковские сторонники евроинтеграции. Правда, бело-голубые подошли к организации митинга куда масштабнее. И сцену построили, и аппаратуру мощную смонтировали. И, что удивительно, никто не пытался ее украсть или устроить другие провокации. Через каждые пару метров пикетчики держали плакаты, написанные под трафарет. «Мы гордимся президентом Януковичем, молодежь за Януковича, хватит Евромайдана, пора работать». Правда, при этом пояснить, на каком основании одни тут находятся в официально рабочий день, а часть митингующих не скрывали, что они бюджетники и рабочие заводов, не могли. Более того, зачем вышли на площадь, ответ на этот вопрос смогли сформулировать единицы. Все же говорят, давайте новые выборы. Я не хочу, чтобы были выборы новые. Я хочу, чтобы страна работала в том же режиме, в котором она работала. Хотя работаете? Насколько это важно, где я работаю? Я харьковчанка. Мы подписываем просто титры. Я работаю в образовании. Детская поликлиника номер 14. Мы сегодня вышли против Майдана, против Евромайдана. Мы за президента, поддерживаем президента Виктора Федоровича Януковича. Мы с ним, весь город с ним. За вильную Украину. За вильную Украину? Конечно. А ее кто-то угнетает? Ну, пытаются прибрать к рукам, то одни, то другие. Кто? Ну, я знаю, кто. То есть здесь отстаивается независимость Украины на этом митинге, да? Ну, я полагаю, да. А как вас зовут по имени? Ну, а где работаете хотя бы, скажите? Без комментариев. Ой, можно без комментариев? Нет, вы же сюда зачем-то вышли свою позицию отстаивать, правильно я понимаю? Девушка? Надо. Почему сегодня сюда вышли? Ну, позиция какая у вас? Вы же вышли сюда что-то отставить. Ну, кто самый смелый, говорящий? Кто там говорит? Ну, вот вы флаг даже держите. Почему именно этот флаг? На сцене тоже не все шло гладко. Речами о стабильности, необходимости российского курса и ужасами Европы собравшихся развлекали представители предприятий и помощники местных депутатов. Люди слушали неохотно, с большим интересом обсуждают личные дела в узком кругу. Бурное чувство происходящее вызывает только у сторонника Евромайдана, который приходит к памятнику Шевченко не первый день. Я не верю, то работа Кернеса Добкина. И главное, то не их место, разумеете? Хай би йшли на площадь зайнята, ладно, площадь Конституції є. Чому вони сюди прийшли? То не їх місце тут. Я вам кажу, якщо б моя була влада, я би їх по юках всіх повигнав з України. Я прямий чоловік. Я кажу. Воно живе в Україні і воно плює на цю землю. На форумах і в приватних розговорах учасники провласного мітинга не скривали. Їх согнали сюди по рознарядці руководства міста. Но відкрито в этом не признавались і несколько часов покорно несли свою повинність. Уходити теж боялись, тому що десятники обіцяли пересчитати кількість пікетчиків як до, так і після антимайдана. Марина Ніколаєва, Володимир Борох, агентство телевізійні новини.